Было утро, и время степенно соблюдало свод принятых правил. Но внезапно завыла сирена, адской болью пронзая Израиль. Она выла всего 2 минуты, но сумела своей высшей власти подчинить человечьи маршруты, разрывая аорты начать. Разговоры закончила разом. Со студенток смахнула улыбки, уронила слезу ашкеназа на футляр виды видевшей скрипки. И застывшие сабры, сефарды, дети знойных пустынь Эфиопы у обочин немой автострады чтили память евреев Европы. Вой сирены достиг Поднебесья и понесся затем в бесконечность, и меж звездами не было места, где к нему не прислушалась вечность. Этот мир, хоть давно уже взрослый, но не понял пока, к сожалению. Жизнь! Она то сирена и после. В этом нет малой йоты сомнений.